И всем доброго времени суток, народ. С вами Вокмаркет. И сегодня у нас 14 мая. Как вы знаете, сейчас тема с криптовалютой — это очень актуальная тема, хайповая. И я нашел совершенно новый токен, с помощью которого можно неплохо подзаработать, но всегда помните о рисках. Токен называется Green Trust. Это такой у нас проект. Зарубежный, конечно, я его перевел на русский. Здесь получается, это самая экологически чистая криптовалюта. Какая здесь концепция? Green Trust использует блокчейн для согласования стимулов различных заинтересованных сторон, разработчиков и предприятий к достижению цели более зеленой экономики, то есть благая цель. Так, SDeFi сделано, здесь реализовано все на Binance Smart Chain. Очень много у них штук различных, этот токен будет использоваться для стейкинга, то есть, чтобы необходимо для участия в консенсусе POS для получения награждения за блок, комиссии за транзакции. Также токен будет использоваться при голосовании за управление сетью в цепочке. Также, получается, представляют применение доказательств нулевым разрешением, позволит Green Trust стать платформой для обмена данными. Также они борются за окружающую среду до 2050 года, помочь миру стать углеродно-нейтральным. Это очень круто. Дорожная карта расписана уже. Первый квартал, дизайн создания, листинг на биржах различных, запуск маркетинговой компании, запуск инициативы Green Trust, объявление о будущем партнерстве, выпуск новой функции и команды доксинг. Так, уже очень много есть людей, доступно токенов столько, деревья также высажены уже, и все по миру столько. На различных сайтах уже есть, можете ознакомиться. Вот, на CoinGecko, тоже самый крупный портал, где отслеживают криптовалюту, здесь все можете посмотреть. Вот сам график, он немножко, кстати, просел пока что, но это вся крипта просела. Так, на BSK вы можете проверить все транзакции, вот они открыты. Всего сейчас только адресов, холдерс 11645. Транзакций очень много, вот только все от токенов. И здесь официально вот контракты. Так, на биржах также можете торговать. Так, на PancakeSwap купить. Давайте обновим. То есть можете торговать. Вот GNT Green Token. Вот нажимаем добавить. Потом присоединяемся, например, через MetaMask. Давайте покажу это, как делается. И можете приобрести этот токен на PancakeSwap, если хотите. Можете также с телефона приобрести. Так, нажимаете и здесь приобретаете просто так. Раз. И вот покупаете токен за любую крипту. Так, есть у них, получается, Twitter. Тоже можете присоединиться к нему. Пообщаться. Ставить лайки. Так. Я думаю, это стоящий проект. У них хорошая цель. Цель вообще противостоять выбросам углерода в технологии блокчейн с помощью нескольких инициатив, направленных на сокращение источников загрязнения и воздействие на промышленность. То есть, народ, хорошая цель. Также можешь еще на этом заработать. И, получается, ссылочка в втором описании. Очень много будет сотрудничеств различных. Так, вот он прайс, тоже на этой бирже есть они, как видите. Так, Telegram комьюнити есть, вот оно, 4300 участников, тоже можете знакомиться, общаться. Сделаю пост, получается, в своем новостном Telegram-канале. Покупайте на PancakeSwap этот токен, держите его. Так, вот здесь все расписано. Вот их адрес. Так что ссылка в втором описании. Можете ознакомиться. Всегда помните о рисках. Никогда не вкладывайте свои последние деньги и заемные. Желаю всем удачи и всем профита.